Добрый день, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Как я и обещал, я покажу сегодня Франсуа. Кафе новое открылось по Котляревского. Внешние факторы, внешние данные. Значит, смотрите, здесь есть возможность заехать как людям с ограниченными возможностями. Такой въезд. Достаточно пологий, человек сюда свободно подъедет, и есть ступенечки, ну и вход внутри кафе, но будем это отдельно сюда приходить и оценивать, как у них здесь. Ну либо вы дадите оценку сами. Это находится буквально рядом с СУМом. Вот СУМ, вот вход.